Всем привет, ребята! Вы на канале Денплей, и сегодня новое обновление в Brawl Stars, где добавили нового бравлера. Я просто пришел со школы. Еще в школе я увидел обновление. Мои друзья уже пооткрывали боксики, и они выбили Би. И еще одному чуваку выпал, короче, Мортис. Вообще офигеть. Новый режим. Вот, новые режимы. Это у нас старые. Вот, новый режим. Кража подарков. Мне очень интересно сыграть в этот режим. Посмотрите на карту, какая она прекрасная. Конечно, я не знаю, что здесь делать еще надо, но мы будем сегодня разбираться и посмотрим, что это за обновление. Я сразу же вижу что-то новое, просто появилось что-то очень сильно новое. Клуб. Так, тут просто что-то нереальное, новое. Вот так вот теперь можно, вот так вот не беспокоить, нажать можно. Друзья, вот так можно смотреть. Это все понятно, но вот чат интересно тоже. Supercell ID, дружеская игра, это понятно. Посмотрите просто Supercell ID. Что-то пошло не так, повторите позже. Ну понятно. Короче, это, наверное, покаместь. Потом можно, надеюсь, будет переходить. Посмотрите, вот эти новые скины. Вернули их. Их каждый Новый год будут сюда добавлять. Ну вот этот прикольный скин на Ниту, но я его не буду, наверное, покупать, он сильно дорогой какой-то, 99 гемов стоит. Ну вот на Пенни я бы с удовольствием бы купил вот такой вот классный скинец бы. Не знаю, как вам, но мне он очень нравится. На Пенни сегодня купим скинец, а также сегодня, ребята, мы с вами откроем боксики вот эти вот, которые я накопил. Надеемся, что это выпадет. Давайте бесплатный ящик откроем. Так, ну тут понятно, что нам ничего не выпадет, так что давайте ППшки купим. На Спайка и на Эмс. Ну что, погнали, ребята. Давайте сначала скинец купим. Ну что, давайте. Готовы? Раз, два, три. Поехали! Скин новый на Пенни. Классный очень скинец. Вы просто видите, какой он прикольный. Запись идет у меня. Идет запись, моя дорогая. Хорошо. Так, давайте возьмем Пенни. На Пенни, кстати, у меня скинов вообще нету. Вот такая вот прикольная Пенни. Посмотрите, вот какая она красотка. Так, давайте. Что здесь у нас? Что-то моргает. Прикольно, вообще прикольно. Вот, например, иконки. Вот это боец. Сейчас ее покажу вам. Вот она. Кстати, вот Макс. Через 2 дня появится. Мифический. Блин, можно подкопить боксов бы было. Но я открою. Ладно, пускай друг выпадет. Беа. Ну, короче, Би, но это на русском тут Беа какой-то, ну ладно. Ну что, давайте, погнали, откроем боксики. Вдруг нам дропнется сейчас сам бравлер новый. Но я вряд ли, конечно, надеюсь на что-то. Серьезно. Посмотрите, как мне мало из сундуков падает всего. Офигеть. И сейчас новый бравлер такой дропается. Нет, так. Нет. У меня, кстати, фуловая Эмс. Фуловая Эмс. Только на Спайка падают очки силы. Очень классно. И Биг Бокс откроем. Да, здесь ноль. Вообще, посмотрите, какие у нас наборы. Просто ужас, как... Короче, ладно, давайте тогда улучшим бита. Мы можем бита улучшить. Я это давно хотел сделать, бит. Новый бит, я хочу пассивку эту, вот пассивку, звездную силу, другая жизнь. Короче, если это будет так, то это просто жесть, если она не выпадет. Так, а ну-ка, давайте, друзья, зайду, профиль, например, посмотрю, тут мой друг там. Ему неужели новый бравлер выпал, не? Не выпал никто ему, потому что он что-то фото там прислал. Ладно, давайте, короче, погнали, ребята, сыграем в захват кража подарков, короче. Давайте посмотрим, на Пенни пойдем. Надеюсь, сейчас затащим. Я не знаю, что здесь делать. Вот такая вот заставочка новая, Brawl Stars. Пираты на корабле. Сейчас мы будем, короче, воевать. Забирать у друг друга подарочки. Давайте украдем пару подарочков. Ну так, прикольный скинец просто. Очень классный. Так, подарки на базе противника. Уйдите от наших подарков, вы, китайцы. Так, уйди, хорош. Дэрил выскочил. Падло такое, нет, не надо его, не надо, нет, он забрал подарок, он наш подарок забрал, что творится, я не знаю, что делать. Ставим мортиру, что у нас подарок украли, и что теперь, 1-0 будет, что ли? И что это такое? Нате вам,
гады такие. Вы чё, офигели-то, ну я не могу играть. Так, китайцы, уйдите от нас. Китаец, уйди. Гад такой. Так, блин, приносит подарок. И что нам теперь делать, я не знаю. Что нам теперь делать остается? Так, давайте как-то... Что делать, я не знаю, блин. Что делать здесь? Как мне забрать подарок, если тут Эльприма тупо бежит? Какая-то тупость, не знаю. Ладно. Тут, блин, да что вы, блин, все лазите тут? Что вы на нашей базе хотите сделать, блин? Подарок забрать, я прав, да? Да. Ну, какая-то тупость. Что это означает, блин? Как забрать подарок? Дэрил, ты у нас один танк, беги давай. Я не шарю, просто я не шарю, его убивает как зайца какого-то. Офигеть. Ну, скин топовый, я знаю, я уже его испытывал. Ну и чё? Ну, Никит, давай. Никит, тащи давай. Никит, тащи давай. Чё ты не тащишь? Китаец, ты задолбал прятаться. Ты так долго будешь прятаться, блин. За своей китайской стеной, блин, а? Баран, на тебе. Ты чё подарок украл? Ну ты чё подарок наш украл? Что ты такой за человек такой, воришка? На, хорошо. Как мне его взять? Как мне его взять, подарок-то? А как подарки брать? Чё? Я не понимаю. Ну короче, я думаю, мы проиграли полностью просто, да. Я не понимаю, что здесь делать и как здесь играть. Чё за фигня вообще? Тупой какой-то режим, не знаю. Ну, давайте возьмем какого-то танка прям жесткого. Давайте бита того же самого. Сейчас мы разнесем просто всех. Так, все, собрались. Почилили и все, и погнали. Так, давайте. Так, бит, как всегда. Еле идет. Так, давайте. Так, Миха, уйди. Муха, точнее, блин, не Миха, а Муха. Ты, Муха, цокотуха, иди отсюда. Гад такой, так. Давайте разнесем ихнюю базу. Вот здесь поставлю нашу суперстанцию. И погнали разносить этих гадов. Так, давайте. Разносим. Хорошо. Муха, уйди отсюда. Муха, крыса, иди. Хорош, забрал подарочек. Шелли, блин, куда ты подарок делал? Что ты мне его не кинула? Или его не можно кидать, я не знаю просто. Хорош автоатакер. На тебе. Блин, как он меня убил, этот автоатакер дурной. А? Ладно. Так, у нас хотят забрать подарок. Иди отсюда вам, Мортис, гад такой, на тебе. Тара, Тара хочет забрать подарок. Она у нас подарок забрала, гадина. Уйди отсюда вам. Так, это я не понимаю, что нам делать. Теперь хорош, Шелли. Шелли тащит подарок. Просто посмотрите, какая она топовая. Шелли подарок тащит. И мы принесли подарок. И мы неужели выиграем? Шелли просто топовая. Так, у нас подарок на базе, нормально. Надо охранять наши подарки. А то Дед Мороз будет очень-очень огорчен. Мы эльфы, мы должны сохранить все подарки. Давайте. Нельзя просто дать подарки другим. Давайте. Я понял суть этого режима. Просто надо принести подарок и типа вам засчитывается балл. Так, нам надо вот так сделать. И вот хорошо. Просто отличнейшим. Давайте еще подарочек забираем, давайте. Отлично, так, мы на станции. Короче, давайте погнали, попробуем там что-то стащить или у Мортиса просто убить надо. Так, Муха, иди отсюда в баню. Так, Муха пернатая, иди. Блин, тут опасно. Они могут забрать наши подарки на изи сейчас. Ой, как хорошо мы убили Тару. Так, Шелли, убивай его нафиг. Ультой, сноси его уже, этого гада. Ты чё, Муха? Мухомор, иди сюда. Как я тебя сегодня только не обозвал, Муха. Так, ладно. Ты нарываешься просто. Ты, Муха, такой жесткий пацан. Так, ой, чё я в тупик зашел? Ё-моё. Ой, как хорошо. 4, все, мы выиграли. Первая победа в этом новом режиме. Очень крутой режим. Мне лично понравилось. Играть в этом режиме, то что там приходит, а? Да ё-моё, вы задолбали там, если честно, в Вайбере писать. Все обновлению рады, и я тоже доволен. Классное обновление, просто супер.
Ну а теперь давайте пойдем и просто подтащим на... А, кстати, давайте испытаем вот эту вот девочку, пчелку. Как она будет вообще играть, как она будет, короче, урон наносить. Так, сдалека. Да ё-моё, ну чё все меня отвлекают? 800. Чё, 800? 2000. 800. Блин, чё я промазал? 800. А чё так... И теперь 2000. Блин, я промазал! Да ё-моё! Какая у неё ульта? А ну давайте попробуем сблизка. Как она будет сблизка упашить? А, так она полностью одинаковая. Её даже от дистанции урон её не уменьшается, не увеличивается. Понятно. Так, давайте ульту попробуем на маленьких роботах вот так вот заюзать. Вау, сколько! Хотя что-то она не очень прям такая, прям чтоб топовая. 2800. Очередуется урон, так я так понял. Давайте попробуем сюда запустить вот так. Вау, прикольно. Ну, как-то она просто так как-то не очень так она и топово прям бьется. Пчелка, кстати, у нее питомец пчелка. Ну-ка, если прям сблизка вот так вот. Короче, что-то не очень у меня этот браулер. Если что, то я его покупать не буду, я его буду только ждать. Давайте Макса испытаем. Максимка. Так, Максибон. Так, Максик. Как ты у нас стреляешь? А, понятно, типа кольта. Только что-то ты мало урона... О, нифига себе, сколько у него! Посмотрите, сколько у него тычек! Офигеть, ну он по 200 урона наносит всего лишь-то. На максималке он 200 урона наносит. Довольно-таки быстро пополняется. Что у нас здесь? Он быстрее бегает. Я знаю, да, я это знал. Но ненадолго так. Так уж ненадолго он, конечно. Не, ну прикольный, но я не знаю. Он больше, мне кажется, годится в командных боях. Чтобы убежать быстрее, там, ну такое. Но в ШД на нем играть особо не поднимешься. Ну это лично моя, я не знаю просто. Это фуловая прокачка, да? Если фуловая, то, конечно, ну, конечно, тут тычек больше, чем у, например, рикошета или кольта. Тут 4 тычки. Прикольный достаточно боец, но я бы не стал его даже покупать за гемы там. Я его буду ждать, пока мне выпадет. Конечно, я буду доволен, потому что, ну, всегда новым бравлером плюс кубки, это очень круто. Так, ну, прикольный бравлер скоростной. Давайте теперь пойдем на Пенни еще поиграем. Кто-то за мной там этот наблюдает. Так, ладно. Давайте пойдем на Пенни, сыграем в просто ШД на этот скин. Посмотрим, где наша Пенни. Что-то вообще сложно на ней играть. Я лично не привык. Пенни? Ну, Пенни мне больше нравится, потому что у меня на Динамайке уже скин есть. Майк Повар. Я бы купила Динамайка, если бы у меня не было Динамайки. Но... Ну, Ника, он очень дорогой. Но я не хочу Ника как-то покупать. Ника у меня вообще без скина. Но как-то 99 евро не хочет ходить. 99 евро не хочет потратить. Даже как-то вообще не хочет. Хорошо, запустили. Так, уйди от меня. Давайте ультим, копим.
Вася, мы с тобой в тиме, братан. Ты же помнишь, мы с тобой тиммейты. Ё-моё. На нас напали. Воу, не, я не могу, я не выживу. Нет, я не выживу. Но это 5-е место плюс 2 кубка. Сойдет, ребята, сойдет. Плюс карта не очень для Пенни такая. Классный скин. Рекомендую всем купить. Довольно-таки неплохой. Ну, пиратские скины будем ждать, ребята. Ну, а нам не... О, нам, кстати, выпали гемы. 5 гемов. Так, у нас есть прокачка... Прокачка Спайка. Блин, мне монет не хватает. Ё-моё. Кстати, я скоро Спайка на фул прокачаю. Вообще на изи. За полнедели у меня уже Спайк почти на фуле. На фул, короче. На фул прокачка. Просто надо... Мне просто уже все фуловые бравлеры, получается. У меня все фуловое. Мне только на Спайка падают очки. И если выпадет Би, то я буду очень доволен. Прикольный бравлер. Ну, прикольный как-то по внешности. А вот как-то на игре, ну, я не знаю, как есть. Ничего не знаю, ничего не могу сказать. Кстати, какой у меня шанс там получается? Так. Не знаю, или купить. Не, ничего не буду сейчас покупать. Как-то не хочется тратить гемы. Так, у меня, кстати, нормальный скин на Легу и, кстати, на эпического бойца почти 1%. Почти как на пассивку. На это я накоплю где-то 50 боксов нового года. Откроем с вами. И, может, мифик нам выпадет, может, эпик. Короче, ребята, будет интересно, вы подпишитесь просто. Под прошлым видеоликом набралось очень хорошую активность. Хоть я и пропадал, если там недельку-две. Ну все, давайте, ребята, всем удачи. Наступающим под Новым годом. Все, ребята, хороших эмоционов, хорошо вам закончить школу. Первый семестр. Все, давайте, всем удачи и всем пока.